Кёкусинка – один из самых зрелищных видов спорта. В отличие от бесконтактных стилей, он рассчитан на реальную борьбу и имеет репутацию сильнейшего карате. Сегодня во дворце спорта города Видное проходит первенство по этому виду спорта. В Ленинском городском округе соревнования по кёкусинкай проводятся с 2002 года. В этом году они делятся на первенство Ленинского района среди участников 11-12 лет и первенство Московской области среди спортсменов постарше. Этот турнир у нас знаковый, потому что именно на нем будет сформирована сборная Московской области на предстоящее первенство России, которое пройдет в марте в городе Перми, и где трое лучших спортсменов в каждой весовой категории будут представлять нашу область на всероссийском чемпионате. Участие в соревнованиях приняли 260 человек со всей Московской области. Город Видный здесь представлял 21 спортсмен. Открытие доверили победителю прошлых соревнований Петру Листопаду. После ему вручили почетный знак – мастер спорта Российской Федерации. Участники относились к турниру по-разному. Одни волновались, другие уверенно выходили на татами. Это, можно сказать, что главные соревнования, и они слишком сильные. Ну, прежде всего, это волнение. Вот. Когда выходишь на татами, тебе идет адреналин, и ты должен победить соперника. То есть встал, боевой стойк и работай. Отработал полторы-две минуты и все, ушел. На ринге враги, а снаружи друзья. Первой частью соревнований стали ката – технические комплексы, связанные с основными принципами ведения боя. С их помощью можно познакомиться с особенностями самого стиля кёкусинкай. В ката можно увидеть не только технику и тактику ведения боя, но и почувствовать боевой дух спортсменов. Это идет наработка ударов, но без спарринга в ката нормального не будет. Потому что, когда ты спаррингуешься, у тебя ставится удар. А так ката, ну, чтобы разнообразить немного. Василий Ларин занимается кёкусинкай 5 лет. Видновский спортсмен сначала одержал второе место в ката, затем уверенно держался на татами в спарринге. Мандраж такой. Вот. Ну, а так больше ничего. То есть я уже бывал на многих соревнованиях, на всероссийских, там даже на международных был. Девушек в этом виде спорта немало. Ксения Власова заняла в ката первое место. Заниматься кёкусинкай она начала 7 лет назад и уже стала бронзовым призером на первенстве Европы. Однако Ксения не любит хвастаться результатами, хотя внутренне всегда радуется, что все получилось. Мне это, во-первых, нравится, и, во-вторых, типа тут учат драться. Вот, ты сам дерешься, показываешь технику и занимаешь какие-то места. Карате не просто спортивная дисциплина, это целое философское течение. Среди его целей – научить уважению к своему сопернику и к старшим. В кёкусинкай карате очень важное место отводится дисциплине, которая помогает ученику не только в спортивном зале, но и за его пределами. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.